100 лет на страже детства. В этом году свой вековой юбилей отмечает комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. История ее создания уходит корнями в годы революции и гражданской войны. Однако и сегодня отмечается социальная значимость, особая важность этой работы. Репортаж Виктории Конышевой. Татьяна Штоби по специальности педагог. Воспитанием подрастающего поколения занимается почти 20 лет. Свою карьеру начинала в школе. Но вот уже несколько лет жизнь ее связана с защитой прав несовершеннолетних. Признается, работа трудная, но оттого приятнее видеть результат. По итогам 2017 года комиссия по делам несовершеннолетних Жирновского района, куратором которой является Татьяна, заняла первое место в областном конкурсе. Она и сложная, она и приятная, когда видишь ответную реакцию от детей, когда действительно твои дела кому-то нужны и дела приносят реальную помощь, то, конечно, приятные моменты есть в этой работе. Сегодня в зале заседания Волгоградской областной думы собрались представители комиссии по делам несовершеннолетних со всего региона. Их проекты признаны лучшими и внедряются даже за пределами области. Вы выполняете, ну не побоюсь этого слова сказать, также, что одну из, наверное, ключевых и основных деятельности нашей работы – это защита наших подростков, детей, наших несовершеннолетних и предупреждение, самое главное. Много на ваших плечах лежит этой ответственности. Последние три года мы видим очень стабильную динамику снижения правонарушений среди несовершеннолетних, совершенных именно несовершеннолетними. Уменьшается и количество преступлений в отношении детей. Таковы результаты системной межведомственной работы. Вопросы защиты детства находятся на особом контроле у областных депутатов. Поддержка материнства и детства определены губернатором Волгоградской области как приоритетное направление социально-экономического развития Волгоградской области. Вы действительно очень много делаете. Мне очень приятно с вами общаться, потому что вы помогаете нам усовершенствовать законодательную базу. Все моменты, которые вы замечаете, они и легли в основу рекомендаций, которые будут использоваться уже на федеральном уровне. Специалисты отмечают, что за столетнюю историю деятельность комиссии по делам несовершеннолетних претерпела множество изменений. Но людей, работающих в этой сфере, по-прежнему объединяет доброта, самоотдача и готовность прийти на помощь каждому ребенку, каждой семье.